Подразделения вооруженных сил Азербайджана прибегли к провокации на участке Ерасха-армяно-азербайджанской границы. Погиб армянский военнослужащий. Международное признание Арцаха остается одним из фундаментальных направлений внешней политики. Давид Бабаян выступил на заседании, посвященном 30-летию провозглашения республики. Российские миротворцы действуют в интересах снижения напряженности и установления доверия. Сергей Лавров выступил в МГИМО. Андрей Руденко обсудил замминистра иностранных дел Азербайджана реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января. Азербайджанцы разрушили мост Макун в селе Мецтагер Арцаха, сообщают международные организации. Левон Арунян победил азербайджанского шахматиста со счетом 3-1. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 615 случаев заболевания коронавирусом, 267 человек выздоровели, 13 скончались.